Преданный еще раз. Сегодня у нас, я думаю, что луна уже взошла, полнолуние. С этого дня начинается обычно картика врата, или вот этот месяц картика, это месяц, который принадлежит самой Шримати Радхарани, особый месяц картика. Это месяц, в котором преданное сужение, которым мы занимаемся, оно увеличивается во много-много раз. Поэтому это очень благоприятно. Месяц для нашего продвижения в сознании Кришны. И когда Господь Чайтанья Махапрабху, он приходил, то он принес особое чувство, чувство жителей Бриндавана. И об этом он попросил, об этих чувствах, об этой особой премии он попросил рассказать Госвами Бриндавана в своих книгах. И одна из них, из этих книг, Хари Бхакти Виласа, который написал Санатана Госвами, Гопал Бхатта Госвами, оба прилагали усилия к написанию этой книги, редактировали, писали. Там приводится цитата из Падма Пураны, то есть приводится этот стих, да, приводится эта цитата, где говорится о том, что преданный, который желает доставить огромное удовольствие Верховной Личности Господа, в этот месяц картики он должен петь эту Дамодара Аштаку, 8 стихов, посвященных Господу Дамодаре. В свое время эти стихи произнес Сатьяврата Муни, да? Сатьяврата Муни в беседе с Нарадой и Шаунака Риши. Это особые молитвы. Они описывают детские лилы Господа Кришны. И для нас они очень важны. Почему? Потому что в этих отношениях Ешоды и Кришны находится очень
заключена огромная-огромная любовь. Любовь к Галоке Вриндавана. Даже не просто духовного мира, а особенно области духовного мира — это Галоки Вриндавана. Потому что Кришна в своем изначальном аспекте, как Сваям Бхагаван, изначальная личность, Брахма Самхити, Господь Брахма говорит, что есть одна свечка, которая зажигает все остальные. И несмотря на то, что все экспансии Верховной Личности Господа не отличны, но в своем изначальном положении, как Сваям Бхагаван, Кришна обладает четырьмя особыми качествами, которые никто больше не обладает из Вишнутат. Он окружен удивительными преданными, играет на флейте, проявляет игры удивительные и очень красив, безумно красив. И вот эти преданные, которые его окружают, они обладают особой любовью, особыми чувствами, эмоциями, благодаря которым мы можем почувствовать проявление их внутреннего мира, вот этого сознания Кришны, которое растопит наше сердце и очистит, привлечет нас на Галоку Вриндавана. Именно с этим приходил Господь Чайтанья, когда приходил сюда, привлечь именно этой любовью к Галоке. И в связи с этим, насколько я помню, да, это в 10-й песне описывается, что Господь Брахма, когда он творил, он просил своих сыновей, чтобы они пополняли эту вселенную, то есть Праджапати, чтобы пополняли. И также он попросил одного из Васу, которого звали Дрона, его супругу Дхару, чтобы они зачинали потомство особое, благочестивое. И когда он к ним обратился, то они обратились к нему со следующей молитвой. Они сказали: «Дорогой наш отец, будь милостив, сделай так, чтобы в следующий раз, когда мы родимся во Вселенной, чтобы мы могли испытывать такую большую любовь к Кришне, чтобы он родился в своей изначальной форме, как Сваям Бхагаван, чтобы он родился у нас как наш сын, и чтобы мы могли проявить такую любовь к нему, чтобы все люди, все личности, которые слышат об этой любви, могли так сильно очиститься, чтобы в их сердце проявилось это желание быть с Кришной, и чтобы благодаря этому желанию они вернулись обратно к Кришне». Поэтому эта история, связанная с детскими играми, она особенная. Вот. И для вайшнава, Гаудия вайшнав, она имеет очень много значений, огромный спектр разных нюансов, которые разбирают вайшнава ачарьи очень много в разных писаниях. И, конечно, об этом можно много говорить. Сегодня у нас получается Адивас, это предпраздничный день. В этот день обычно мы медитируем на день, который будет следующим, чтобы подготовить свое сознание, чтобы прочувствовать этот день гораздо глубже, чтобы он вошел гораздо глубже, потому что когда этот праздник, это явление, например, как какой-то личности или какое-то событие, когда входит в нас глубоко, то это сильнее дает эффект, очищает. Поэтому празднуют Адивас. И вот сегодня мы будем об этом говорить, об этом месяце, об этой лиле, связанной с Господом Дамодарой. Дама значит, удара значит живот, да? А дама это связанный, да, связанный. Дама это ступа, да? Просто есть еще другое название этой ступы, я забыл, на У как-то называется. Если не помнишь, У какая-то. Как? Нет, как-то по-другому, но я уже забыл. Может, Васанта вспомнил. Итак, Дрон и Дхара, они попросили о том, чтобы любой, кто слушает эти истории, мог бы очень сильно очиститься. И это подтверждается в особом священном писании, которое называется Шримад Бхагаватам, из которого мы сегодня почитаем. Во второй главе первой песни Шримад Бхагаватам Суда Госвами произносит очень много замечательных стихов. Один из них — Шинватах Свакатха Кришна, Пунья Шавана Киртана, Хридянтостхо Хабадрани, Витхуноти Сухрит Сатам.
Там в стихе говорится, что Господь, Он сухрит, Он благодетель или ну, ближайший такой сердечный друг. Сухрит, хрит — это сердце, мы поем. Багир нельсинга, хридае нельсимо. Хридае — это сердце, это сознание наше. И Господь Нарсимха находится бахир снаружи и внутри, в нашем сердце. Вот. Хрит — это сердце или сознание вот это вот в глубине. И су — это такая приставка, которая обозначает, как бы увеличивает, или также с означает, или также очень. Вот. То есть Господь — это самый-самый близкий друг. И вот в этом стихе сухрит сатам. Сатам — это честные преданные. То есть если соблюдается это условие, что преданный он честный, вот. И честность Бхактивинода Тхакура определяет преданного в несколько ступеней. Первая ступень честности преданного заключается в том, что он принимает наставления гуру и не противопоставляет себя этим наставлениям. То есть, несмотря на то, что ему может быть тяжело, но он очень искренне признается в этом и продолжает идти, исправляется. То есть, он принимает то, что не пытается обмануть и говорить, что на самом деле я выше или я чист. Он просто принимает, как есть, и старается идти. Поэтому Кришна, когда Бхагавадгиту рассказывал Арджуне, он говорит, что этому пути может следовать каждый. Просто нужно выбрать по своим силам эту платформу, встать на нее и прогрессировать. И вот в этом стихе говорится, что Шинватам свакатха Кришна. Шинватам означает буквально личность, у которой это есть потребность, сильное желание слушать о Кришне. И это очень редко в этом мире. Такие личности Шинватам, которые называют, у которых есть эта сильная потребность. В основном в этом стихе говорится о других людях. Абхадрани, Шинватам свакатха, Кришна, Пуни, Шавана, Киртана, Хридянтостхо, Хабадрани, Хридь, снова это встречается слово Хридь, это глубоко в сердце, Хридь, то есть Хридянтостхо означает глубоко-глубоко в сердце, Абхадрани. Вот это Абхадра, есть Бхадра благоприятно, а есть Абхадра неблагоприятно. И в данном стихе это слово Абхадра переводится как сильное желание материальных наслаждений. Как правило, здесь, когда мы обусловлены, это и есть, обозначает нашу обусловленность в этом мире, когда у нас мы скованы желанием и не можем отсюда оторваться. Мы слишком привязаны к этим желаниям. Что ж поделать? Тяжело. Вот. Всегда ум захватывает какие-то идеи материальные, какие-то перспективы. Вот. Но есть Шинватам, есть личности, которые в действительности желают слушать. И вот когда есть это желание слушать о Кришне, и человек использует эти методы пуня, шравана, киртанам, шравана и киртана, то есть слушание и повторение, то Кришна, он очищает такую личность. И в Бхагаватам, соседнем стихе, Сута Госвами говорит, откуда же берется это желание слушать. Шушушов шададана сяба, судева катхару чих, сян махацевая вибра, пуня тиртха нишевана. Есть особые личности, пуня тиртхи, которые тирта значит брод, узкое место. Знаете, когда реку перейти, надо знать брод. Если она широкая, глубокая или быстрое течение, нужно знать. Есть, бывают такие места, где можно легко перейти. Вот. Бывает, Ямуна так разливается, такая широкая, а ты смотришь, корова идет ей по колено и переходит всю широкую. Она знает брод. Вот. И вот даже широкую реку можно перейти через брод. И вот такие личности, тиртхи, вот, личности, они знают, как это перейти, вот эту вот Вайтарани, эту реку, которая отделяет материальный мир от духовного. И вот если мы служим таким личностям, в этом стихе говорится, Сян Маха Цевая, Цевая, Випра, то есть это обращение к браманам, которые обладают знанием, если мы служим таким личностям, Маха Цевая, Маха Цевая, есть в Махабхарате тоже стих с такими же словами. Если мы служим, то в сердце пробуждается вот это шинватам, желание, вот, стремление слушать о Кришне. Это очень ценно. И также вот такие игры, такие как вот эта вот игра с
Кришны, когда он был маленький, она очень сильно очищает наше сознание. Итак, есть эта игра, она описана в двух главах Шримад Бхагаватам, в 10-й песне, которая называется, как кто знает, как она называется? Правильно, самобонно. Высшее благо. На латыни. Латыни не было тогда, когда Суда Госвами рассказывал. Или... Но Шрила Прабхупада обозначил ее таким образом. Сумбонум, высшее благо. Итак, это Шримад Бхагаватам, 10-я песня Сумбонум, глава 9, Ишода связывает Кришну. Глава. Сегодня мы будем предлагать, мы петь будем Дамодараштаку. Масанта споет на майпурский мотив. Вот, на очень красивый, как майпури поют. Мы выключим верхний свет, оставим только для божеств. И будем предлагать ветельки Кришне под Дамодара Аштаку. Прочитаем значение, перевод каждого стиха. Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Наям сукапо Бхагаван дехинам гопика сута гьянинам чатма бхутанам Ядха Бхакти Матамеха. Перевод. Верховная личность Бога, Кришна, сын мамы Ишоды, доступен преданным, которые с искренней любовью служат Ему. Ему, Верховному Господу. Но для тех, кто занимается умозрительным философствованием или пытается обрести духовное совершенство с помощью суровых аскетических подвигов, или отождествляет себя с телом, он труднодостижим. Комментарий. Кришна, Верховная Личность Бога в образе сына Ишода Маты, легко доступен преданным, но не тапасви, йогам, гьяни и тем, кто отождествляет себя с телом. Иногда их называют шанта-бхактами. Но на самом деле настоящая бхакти начинается с дасярасы. Вот так преданные Гаудия Вайшнава Сампрадая, они заявляют о том, что настоящая бхакти начинается не с шанты, а с даси, со служения, с активного желания. То есть шанта-раса характеризуется тем, что преданный, он понимает величие Господа, его безупречное положение, его великолепие, но любовь не настолько интенсивна, чтобы гореть вот этим желанием лично ему служить. Вот, лично с ним иметь отношения, развивать с ним эти отношения глубоко, любить и сходить с ума по нему. То есть понимание, есть глубочайшее понимание, что он Ачьюта, безгрешный Господь, величайший Господь. Вот. И Гаудия Вайшнава, вот Шрила Прабхупада, он говорит, что настоящая бхакти начинается именно с дасярасы. Мадхвачарья, он тоже, когда комментирует десятую, у него есть комментарий к десятой песне Шримад Бхагаватам. Он говорит, что именно дася раса, она является вот тем горшком, куда стекаются все вот эти вот расы. Что любая раса в своей основе, она имеет глубочайшее желание служить Кришне. Даже и несмотря на то, что любовь настолько сильная, что они забывают, что Кришна Верховная Личность Господа, что Он выше их. Эта сильная любовь подавляет их знания. Вот это вот знание о Верховной Личности Господа так сильно подавляет, что он думает, мы на равных. В Сакьярасе он думает, мы на равных. Кто сказал, что Кришна быстрее бегает? Сейчас мы проверим. И вот они проверяют, и быстрее обязательно кто-то бежит, и Кришне приходится его носить на плечах. Вот. Такая любовь, такое сильное чувство любви, что теряется вот это знание. Знание Верховного. То есть получается, что Кришна это не Верховная Личность Господа, получается. Что любовь заставляет Кришну действовать не как Бога. То есть он теряет свои вот эти еще две руки великолепия. Вот. И он становится просто сыном одной из пастушек, мамы Ишоды. Вот. Он забывает о том, что он Верховный Господь. И часто так случается, что любовь этих жителей Вриндавана настолько интенсивна, что они забывают, что Кришна забывает, и он в этой лиле с мамой Ишоды, он начинает плакать, ему страшно.
Вот он забывает, что он Кришна, что он всемогущий, что у него... Ну, иногда он напоминает о своей вибхути, когда мама Ишода начинает связывать его веревками, он напоминает все-таки, если я захочу, ты меня свяжешь. Вот, и она ищет эти веревки, ищет, ищет, связывает. Да что ж такое, все время на два пальца короче. И она сидит и смотрит, и гопи уже смеются, весь двор собрался гопи, и мама Ишода уже улыбается. И она опять приносит эти веревки, уже со всего Вриндавана собрала все веревки, все равно двух пальцев. И когда уже с пота капает, со лба капает капельки пота у мамы Ишода, Кришна думает, ну, мама уже устала, вот, надо ей помочь. И дает себя связать. То есть, вот эту любовь, которую испытывают жители Вриндавана, она есть только там, на Голоке Вриндавана. Именно это Господь Чайтанья принес нам сейчас. И подтверждение этому есть в Чайтанья-чаритамрите приводится описание, когда Господь Чайтанья, он шел по Южной Индии. И преданные, конечно, не хотели отпускать Господа Чайтанью. Ни в коем случае не хотели, потому что настолько сильное, интенсивное чувство, глубочайшее к нему они испытывали, что для них отсутствие Господа было практически равнозначно смерти. И так и происходило, когда Господь Чайтанья сделал Сарвабхаума Бхаттачарью преданным, и тот привязался и очистился полностью, развил любовь к Богу, что когда Господь Чайтанья уходил из Пури, он сказал, останься, останься, просил, он шел долго, и он потерял сознание, Господь Чайтанья даже не посмотрел. Вот, обратно, он ушел, полностью независимый, это его вибхути также, его могущество. И многие другие преданные, они также, когда встречались с Господом, и когда потом теряли это общение, они падали без сознания, то есть практически они умирали, вот. Но каким-то чудом вот эта любовь, она возрождала их. Любовь к Господу, она из пепла. Это как птица Феникс. Благодаря любви снова возрождается. И в священных писаниях говорится, что если вы увидите Кришну, то вы потеряете сознание. А Индра Прабху однажды сказал, но если вы увидите ее, то вы оставите тело. Вот. Потому что Шрила Прабхупада неоднократно он говорил, в одном письме он написал, что Кришна, он не принадлежит себе, Кришна принадлежит Шримати Радхарани. Он ее собственность. И поэтому во Вриндаване, преданные зная это, они поклоняются Шримати Радхарани. Поэтому они все время говорят «Джай Рады, Джай Рады, Джай Рады». И они все поклоняются Шримати Радхарани, это царица Вриндавана. И поэтому и такой преданный, который служит Кришне, поклоняется Шримати Радхарани, это Шрила Прабхупада пишет в письме. И он оказывается, когда перед Шримати Радхарани, она говорит, Кришна, посмотри, какой замечательный преданный. Мне кажется, что ты должен взять его себе, чтобы он тебе служил. И Кришна сразу же берет такого преданного. Вот. Кришна является собственностью своих преданных. И это путь, благодаря которому мы можем прийти к Господу. У Кришны есть такое имя, которое называется Бритья Вашьята. То есть это означает, что Бритья это значит слуга или близкий спутник. Вот. Вашьята это значит, что Кришна не принадлежит себе, он принадлежит, отдает себя в полное использование своих преданных. Вот. Поэтому если... Шрила Прабхупада неоднократно говорит, что если мы пытаемся приблизиться к Кришне через молитвы непосредственно ему самому, то Кришна может не услышать наши молитвы. Но если мы обращаем эти молитвы к его преданному, то такие молитвы очень могущественны. Поэтому даже Панчаратра, она говорит, что когда вы поклоняетесь Верховной Личности Господу на алтаре, то вы это делаете через духовного учителя. Потому что Кришна ничего не принимает, то, что предложено не с любовью. Он принимает только любовь, потому что он расовайсага, он питается вот этой расой. Вот. Расам хиваем лабдвананти бхавати. Любой, кто связан с этой расой, с этим Кришной, он тоже становится бесконечно счастливым. Вот. Кришна не питается просто пищей, он питается этой любовью. И поэтому мы произносим стихи, прославляющие духовного учителя, предлагаем все через...
через милость духовного учителя. И тогда духовный учитель убирает все эти примеси кармы, гьяны, все эти материальные наши желания, очищает это подношение, предлагает с любовью, Кришна тогда принимает. И такая позиция преданного очень нравится Кришне, даже если он на невысоком уровне, но ему нравится, что он служит ему через посредством духовного учителя. Поэтому Бхагавадгите сама, когда он обучает всех в этом мире через Арджуну, он говорит «Адвитхи пранипаты на парипрашне на севайо падикшанти тагинам гьянина статва даршина». Он говорит, что «тагинина статва даршина», то есть «тадвитхи пранипатина», то есть попытайся приблизиться к духовному учителю, получить это знание парипрашнена севая, то есть через парипрашнена, через смиренные вопросы. То есть мы знаем, что прашна значит спрашивать, вопрошать, но парипрашна это означает очень смиренно вопрошать. Без вызова, без противопоставления. Потому что Бхактинот Хакур говорит, что первая вот эта ступенька, вот, благодаря которой мы можем прогрессировать, это не противопоставляем. Вот, пари прашнена, севая и служа. Вот таким образом мы можем получить настоящее знание. Иначе мы можем получить много знаний из книг, но это так и останется. Если даже это книжное знание у нас будет, но не через... комментарии ачари, которые понимают глубоко, что говорит здесь Кришна, что говорит другой ачари, вот, то даже наше знание теоретическое будет неполноценно. Вот. Но это все равно останется теоретическое, если мы не будем служить духовному учителю. И вот через служение проявляется настоящее знание. В чем знание проявляется? Что знание порождает? Как вы думаете? Смирение. Вот. То есть настоящий плод знания – это смирение, это качество. То есть знание означает, что человек обладает определенными качествами. И основополагающим вот этим качеством духовного мира является смирение. То есть в духовном мире существует много преданных, но вот этот реактор всех хороших качеств – это Шримати Радхарани, которая считает, что другие лучше, чем она, служат Кришне. И поэтому она любую гопи подставляет Кришне и говорит: «Кришна». Представляет Кришне и говорит: «Кришна, она лучше меня служит, возьми». Таковы качества Шримати Радхарани, что она видит других более лучшие качества. И вот это есть смирение, основополагающее, вот эта природа, духовный мир, от нее исходят эти качества. И когда все видят эти качества Шримати Радхарани, самой яркой царицы Вриндавана, все заражаются, у всех проникает вот это вот... Вот эта глубина вот этого настоящего смирения и служения Кришне. И также здесь говорится в начале комментария о том, что Кришну могут понять только его преданные, которые заняты чистым преданным служением. Бхакти мама пиджанати, ямана сейчас метатвата, тато мам татвато гетва, ишате мамананторам, да, правильно, это стих из 18 главы. Где говорится, что познать меня таким, как я есть, можно только благодаря преданному служению. Если такой преданный он служит, то он может осознать меня, войти в духовный мир, вот, благодаря бхакти. И среди, то есть Шрила Прабхупада здесь перечисляет, что есть очень много разных трансценденталистов, вот, которые пытаются познать духовное, но... К Кришне они не могут приблизиться, даже если они знают какие-то духовные истины, какие-то аспекты. Вот. Кришну понять можно только через преданное служение, благодаря общению с его другими чистыми преданными. И поэтому он сам говорит: «Йогина мапи сарвишам, мадгатен таратмана, шадаван баджета имам, сами юкта тамо матах». Юкта тамо матах. Он говорит: «Юкта тамо матах». Юкта тамо – это значит лучший из йогов. Он говорит, кто же является лучшим настоящим йогом? Йогинам апи сарвишам, из всех сарвишам, из всех йогов. Йогинам мат гатенантар атмана. Гатенантар. Мат гатенантар атмана. Гатенантар это значит атмана. Атманах это в глубине, в себе. В данном стихе это слово атма означает душа, внутри себя. Вот мат гатенантар, тот, кто размышляет о Кришне. Вот. То есть ставит
цель, верховная личность Господа и бхакти. Мадгатарам. Шадхаван баджате йомам. Шадхаван это значит, ван это значит обладать. Мы знаем Бхагаван, обладающими всеми совершенствами. Бхагаван. Вот. Шадхаван это тот, кто обладает верой, глубочайшей верой. Вот. И тот, кто с глубокой верой служит, говорит, шадхаван, шадхаван баджате, поклоняется баджате йомам. То есть вот такая личность, она является лучшим из йогов. Вот. И только преданным Кришна может себя открыть. Итак, надо дочитать комментарии. Бхагавад-гите 4.1 Кришна говорит: «Еетхам мам пропаденте, там статхайва баджами хам, мама вартману вартанте, манушья партасарваша». Как человек предается мне, так я и вознаграждаю его. Каждый во всем следует моим путем, о сын Притхи. Все ищут Кришну, ибо Он – высшая душа всех индивидуальных душ. Каждый человек любит свое тело и хочет оберегать его, потому что он, душа, находится внутри тела. Точно так же каждый любит душу, потому что душа является неотъемлемой частицей сверхдуши. Так что на самом деле каждый стремится обрести счастье, возвратив свои отношения со сверхдушей. Бхагавад-гите 15.15 Господь говорит: «Видаешь, сарвай рахамэва видя». Цель всех вед – постичь меня. Стало быть, и карми, и гьяни, и йоги, и святые – все ищут Кришну. Однако лишь тот, кто идет по стопам преданных, у которых есть личные отношения с Кришной, особенно жители Вриндавана, способен достичь высшего положения, получив возможность общаться с Кришной. Вриндаванам париттяджа падам экам нагачхати. Говорится, что Кришна ни на миг не покидает Вриндаван. Вриндаванаваси, мама Ишода, друзья Кришны, возлюбленные Кришны, юные гопи, с которыми он танцует, связаны с Кришной очень близкими отношениями. И Кришна становится доступным тем, кто идет по стопам этих преданных. Так, это лила. Она как бы является апогеем, если так можно выразиться, Ватсали расы. Мы знаем, что у Кришны есть имя Бхакта Ватсала. А мы знаем, что есть еще такой демон Ватсасура. Сура, асура, значит демон. Сура это полубог, тот, кто служит Богу. А асура это тот, кто противопоставляет себя полубогам, потому что он такой же могущественный, но он не служит Кришне. Они от одного и того же отца, вот от Кашьяпы Муни. Ну только у них матери разные, а дети и дети. От Адити родились все полубоги, а от Адити демоны. И они такие же могущественные, у них есть свои планеты, они низшие части Вселенной. Их иногда называют низшие райские планеты. И там даже лучше говорят, чем на райских планетах. Потому что своей целью они ставят внешние вот это вот чувство наслаждения на первый ряд, как это сказать? А? На первый план, да, на первый план. И поэтому ради этого они стремятся все это делать, благоустраивать, совершают жертвоприношения. Они такие же образованные, потому что их отец Кашьяпа. Но у них есть очень-очень сильное эго. И поэтому иногда они бросают власть Верховному Господу, потому что они считают, что они выше. Это как раз показатель того, что настоящее знание – это смирение, но... Хотя они знают веды, хотя они знают шастры очень хорошо, но настоящий плод так и не получили, знания, смирения. То есть они используют его только для себя, для чувства наслаждения. И поэтому бросают вызов Верховному Господу и всегда проигрывают, но гордость затмевает разум, из-за которой они считают, что это просто случайно, это неудача. Джарасандха проигрывал 16 раз подряд, и каждый раз демоны они говорили: случайно это произошло. Мы вот на самом деле посмотрели, вот в тот раз неблагоприятные звезды были. Вот, для тебя. Мы твой джит. Ну вот сейчас мы видим, все будет хорошо. Вот. Но так как Кришна Верховный Господь, звезды ставятся в лучшее положение сами, потому что они его бхакты, эти звезды, это полубоги. Вот. Вот. И они приходят поучаствовать в лилы Кришны, поэтому они приходят таким образом, чтобы Кришне было все замечательно. Вот.
Вот. Он не нарушает законы Вселенной, но Вселенная, законы подстраиваются под Кришну. Вот. И всегда он выигрывает. Но потом демоны снова его реанимируют, его сознание, говорят, нет, 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 нет. Ну смотри, сколько ты раз выигрывал у всех. Это просто, ну подумай, 16 раз проиграл. Ну, бывает. Ну это необычная ситуация. Но Кришна, вот он и в детстве, вот ему везло. У него просто хорошая карма. Тебе просто нужно еще раз, еще раз. И в 17-й вот точно победишь, вот точно. И когда он победил, как ему показалось, он был еще более гордый. Стал еще больше гордый. Но Кришна ушел с поля боя ради Рукмини, мы знаем. Это Бхакта Ватсала. Итак, Ватсаля. Ватса значит теленок. Вот. Ватсаля раса означает, что как корова вылизывает своего ребенка, вот так и преданный, он принимает Кришну как своего ребенка, он так любит, как корова. Корова, когда смотрит на своего теленка, она начинает плакать. У нее столько любви, что начинает выделяться молоко. Вот когда корова любит, у нее выделяется молоко. Также мама Ишода, она так любит Кришну, что у нее молоко, она выделяется сразу же. Она хочет его кормить этим молоком. И Ватсасура – это демон, который превратился в теленка. Вот. Это Ватса. Ватсаля раса – это вот как вот корова с теленочком. Вот. Когда преданный считает, что Кришна, он без меня пропадет. Еще и с таким характером. Вот, такой. Все время что-то в какие-то переделки попадает. Надо все время за ним смотреть. Типа, и всегда быть с ним. На него обращать внимание. Никогда его не оставлять. Вот как я только оставлю, с ним какие-то беспокойства. Вот, когда я рядом с ним, все хорошо. Вот как только оставлю, куда какую-то переделку попадает. Но Кришна устраивал такие ситуации во Бриндаване только лишь потому, чтобы хотел еще больше развить эту любовь к Кришне, еще крепче, еще сильнее, чтобы преданные они почувствовали вот эту вот такую безмерную любовь, безмерную зависимость от Кришны, чтобы они никогда, ни на секунду не забывали. И вот когда мама Ишода в этой истории, Дамодара Лили, которая вот происходила, она произошла в Дивале, или Дипавали, по-разному называется этот день, это когда Господь Рамачандра возвращался с Ланки, с победой в Айодхью, то все жители, преданные Господу Раме, во-первых, в Айодхье они зажгли огонечки, чтобы Господь Рамачандра летел, он летел на воздушном вот этом корабле, чтобы он видел, куда приземлиться. И многие преданные, они везде по этому пути, они выкладывали эти огоньки, чтобы был вот это прямо буквально, он сверху по этим огонькам мог прилететь в Айодхью. И поэтому до сих пор, каждый раз, когда Дивали начинается, то вся Индия, она зажигает огоньки, и вот это вот пахтает, вот это чувство разлуки с Господом Рамачандрой, вспоминают через вот эти вот, через огоньки, вспоминают о Господе Рамачандре, все им напоминает о нем, они вспоминают эту лилу. Самому Господу Кришне, ему особенно очень нравится эта лила, Рамаяна. И когда он был маленький, мама Ишода ему рассказывала, и не только мама Ишода. Он очень любил слушать про Господа Рамачандру. И так однажды мама Ишода, она... Кришна уже к тому времени убил Путану, он убил Тринаварту и Шакатасуру. И он был еще маленьким. И однажды он проснулся. Точно, утверждение. Будьте здоровы. Вам там не дует это с окошка? Нет. Точно? А вот. Кришна спал. Мама Ишода в это время, пока Кришна спал, она хотела заняться домашними делами. И она поставила молоко и стала взбивать масло в ступе большой. И пока она взбивала, есть даже описание, очень конкретное описание, потому что на эту десятую песню давали комментарии многие наши ачари. И они описывают, что на ней было желто-оранжевое сари. Вот. И что она была с поясом. Вот. И в это время, пока она взбивала, она пела песни о Кришне. И ачари говорят, что некоторые песни она сочиняла сама, некоторые уже были сочинены, она пела. Вот. И она взбивала это масло, и Кришна проснулся,
И первым делом он вспомнил про маму, вот, этого царя раса. И он пошел к маме, он еще и был голодный к тому же. Вот, ему захотелось поесть. И когда мама Ишода увидела его, она сразу же его подняла, посадила к себе на колени и долго-долго смотрела в его большие-большие лотосные глаза, любовалась. Вот. И потом дала ему грудь, чтобы он мог пить эту грудь. Вот это отношение... Пить молоко из груди. Это отношение преданных с Господом такое, что они не могут налюбоваться на Кришну. Например, описывается, что когда Арджуна, он пришел от Самаравати, 5 лет он там был, учился, получал божественное оружие. Когда они еще какое-то время после этого, Пандава, они жили там в Гималаях, и потом они пришли все-таки во Вриндаван, и они... Первые несколько лет они жили в Камьяване, вот, в лесу Камьяван. И потом, последний тоже вот этот год, они жили в Камьяване. Вот когда они пришли в Камьяван, то Кришна, будучи в Дварике, он узнал, что Пандавы, они вернулись. И он запряг колесницу на скорую руку и хотел уже поскакать. И его супруга Сатибхама. Вот. Она сказала, я тебя никуда не оставлю, я с тобой. И она села с ним в колесницу, они вместе с Сатибхамой, он ехал, он думал только о Пандавах, что сейчас он увидит Пандавов, сейчас он увидит Пандавов. И когда он прискакал туда, в то время туда пришли тоже увидеться с Кришной другие мудрецы, с Пандавами другие мудрецы, великие личности. И когда Кришна пришел, на самом деле больше всех он любил Арджуну. И когда он пришел, он поклонился Махараджу Юдхиштхире, потом он обнял Бхимасену, потом ему поклонились Накула и Сахадева, и потом он подошел, вот этот кульминационный момент, он подошел к Арджуне, он взял его вот так вот за плечи и долго-долго вот так смотрел в глаза, и не мог оторваться. И вот смотрел, смотрел. И вокруг все, которые пандавы и мудрецы, когда они видели эти эмоции, которые были у Арджуны и у Кришны, то они наполнялись вот этим чувством глубочайшей любви. То есть здесь Шрила Прабхупада в комментарии, он говорит, что приблизиться к Кришне, понять его, можно только лишь благодаря тому, что мы видим отношения между преданным и Кришной. Именно об этом говорит Рупа Госвами, Бхакти Расамрита Синху. Он говорит, что... Поначалу, пока мы не имеем своих собственных вот этих чувств по отношению к Кришне, мы можем почувствовать эти эмоции через отношение преданных с Кришной. И это называется отраженная любовь. Мы можем понять и почувствовать это, что такое шрадхаван. Потому что вот эта вера приходит в сердце. Мы можем почувствовать вот эту веру, глубокую веру в сердце. Почему? Потому что мы начинаем реально что-то происходить в сердце. Вот. Но это еще пока отраженная любовь этих преданных. Но когда она пахтается, развивается в процессе преданного служения, мы чувствуем определенную вот этот кончик ниточки, соединяющий нас с определенной вот этой расой, отношениями с Кришной, и тогда мы следуем по стопам определенных преданных. Мы больше узнаем, вот, больше погружаемся. И они заставляют эти преданные глубже погрузиться в эту расу. Вот этот смарана, вот это вот... Мадгатенантар, то есть погрузиться атманах, вот это вот размышление о Кришне, погрузить очень глубоко в свое сердце. И в этот момент, когда мама Ишода смотрела на него, вдруг, и она смотрела, она дала ему грудь и смотрела, продолжала любоваться на него, и вдруг молоко убежало. Вот обычно. Молоко – живое существо, говорится. И каждый об этом знает. Потому что как только на него не смотришь, оно всегда убегает. Всегда. Вот оно требует вот к себе большого внимания. Это правда. Преданные, это правда, все об этом знают. Только чуть отвлечешься, убежит сразу же. Сколько у всех убегало молоко. И каждый помнит, сейчас если мы вспомним, этот запах горелого молока. Он очень близко и очень глубоко. Вот. Поэтому... Молоко, оно было живое, да, вот она хотела побыстрее тоже, чтобы Кришна попробовал его. И мама Ишода оставила Кришну, но Кришна не наелся. Вот. И Кришна стал плакать. Вот. И вы знаете, что там интересно описано в 10-й песне? Вот.
Ну, это чуть попозже. В общем, Кришна стал плакать. Не запомнил. Да, да, я вернусь к этому. Я помню, как он в маркетологах был, я это помню. Кришна взял камень побольше, который был во дворе. Пока мама Ишода там вытирала это, что вытекло вот это вот молоко, пока она его отставляла, он разбил горшок с молоком, взял этот йогурт, вороны слетели, стали клевать, Кришна стал есть, и потом остатки стал раздавать обезьянам на перевернутой ступе. А мама Ишода, когда увидела, что горшок разбит, она поняла, это Кришна. И, конечно, вот эти вот чувства вот этого цали, расы, они в ней очень сильно пробудились, но она подумала, надо это наказать Кришну, он же, я же должна его воспитывать. Взяла какую-то палочку рядом и аккуратненько сзади стала подкрадываться. Но Кришна, видя это, он соскочил и стал убегать. Мама Ишода его поймала. Я вкратце все это рассказываю, вы все это знаете. Вот, мама Ишода поймала, и вот в этот момент про Кришну, вот, она увидела, что Кришна плачет, и в глазах его сильный-сильный испуг. Вот. Удивительно. И вот у него глаза, они были намазаны вот этой сурьмой. И говорится, что вот эта сурьма, она была везде размазана. Он ладошками вытирал эти слезы, смотрел на маму. И все это, о чем это говорит? Бхактистанта Сарасвати говорит, что цвет тела Кришны – атаси. Есть такой цветочек. Он такого, знаете, вот есть грозовое облако, да? Вот есть туча темная, черная, а есть такого темно-синего цвета, такого красивого. И вот Бхактистанта Сарасвати говорит, что цвет тела Кришны, вот этого цветка атаси и вот грозового облака. То есть эту черную сурьму на черном было бы сложно увидеть. Но вот на вот его вот этом красивом теле, вот этого грозового облака, все это было видно, и темная сурьма, которая была размазана. И это вот описывается в Шримад-Бхагаватам. Читра пыталась написать портрет Кришны, Читра Деви. Но она написала форму, стала проявляться форма, но она не могла написать цвет. Вот. И тогда она пошла к Шримати Радхарани, и Шримати Радхарани сказала, загляни ко мне в глаза, и там она увидела эту форму Кришны, и этот цвет Кришны глубоко вошел через вот этот Кришны, который находился в глазах Шримати Радхарани, вошел, она поняла с помощью Шримати Радхарани, то есть Шримати Радхарани добавила ей туда этих эмоций, осознания. И тогда она смогла написать этот особый божественный цвет Кришны тела. И мама еще подумала, да, ну нехорошо, что он меня будет бояться, отложила эту палочку, но подумала, я должна все-таки его связать. И она связала Кришну рядом с этой ступой и пошла заниматься дальше домашними делами. А Кришна вспомнил одну особую лилу, связанную с его преданными. Потому что в сердце у Кришны всегда его преданные. И Кришна самый способный. Кришна может помнить обо всех преданных сразу. И он вспомнил, что во дворе росли два этих дерева. Ямала, Арджуна. Это такие два дерева. Арджуна это такие деревья, которые своими корнями они очень глубоко уходят под землю. И они очень большие, у них мощные стволы. И эти корни, они даже, у них начинаются где-то вот, вот на таком расстоянии от земли. То есть они начинают исходить из ствола. Они вот так вот уходят. Причем они уходят такими сплошными такими. Это как продолжение дерева. Это уже корень. Он настолько вот сильный. Он не там, не снизу, а сверху. Поэтому дерево Арджуна считается, что оно даже когда ураган проходит, все деревья выкарчивает с корнями. Дерево Арджуна стоит, они очень крепкие. И он пролез между этими двумя деревьями, а ступа застряла. И он потянул эту ступу, и деревья упали. Это тоже одно из випхути Кришны, потому что, ну представьте, мы подгоним грузовик, да, чтобы эту вот ступу потянуть. Ну, лопнет явно веревка. Вот. Ступа развалится, но деревья никак. Но Кришна смог так потянуть, что именно деревья упали, а не веревка разорвалась. Это его випхути, это его особое божественное вот эти вот великолепие. И из них вышли два очень сияющих, красивых, живых существа.
И для нас в этой истории как раз что с ними приключилось и кто это такие, это очень важно, потому что на примере их жизни мы можем понять очень много для себя, много важного. В свое время, как мы знаем, эти два существа, они были сыновьями Куверы, Налаковара и Манигрива. И они родились в роскоши. Они купались в этой роскоши, потому что Кувера, он хранитель богатств всех полубогов. Он сам является одним из главных преданных Господа в материальном мире. Но Налаковара и Манигрива, несмотря на свое благочестие, получив такое рождение великое, из-за того, что у них было вот это огромное богатство, это огромное богатство опьянило их сознание. И они постоянно проводили все свои дни в наслаждениях. Так как они были преданными Господа Шивы, им было позволено находиться на склонах горы Кайлас. Там очень красивое место. И там протекает Мандакини, то есть на райских планетах Ганга, она известна как Мандакини. Поэтому ее там называют либо Мандакини Ганга. И они купались с девушками. Как только человеку не хватает духовной культуры, и у него есть большие деньги, он их сразу же тратит на девушек, на вино и на азартные игры. И на самом деле так и произошло. Так и произошло. То есть они были с девушками, и мимо проходил Нарада Муни, и увидя это, он именно это и сказал, что разум человека, который не образован, который не получил настоящего образования, как только он получает одно из своих, за свое благочестие, одно из плодов своего благочестия, а существует четыре плода благочестия. Это хорошее образование, рождение в знатной семье, красивая внешность и богатство. И вот Нарада Муни сказал, что среди вот этих четырех именно богатство больше всего уводит живое существо с пути, с духовного пути, вот, и становится вот этой преградой. Потому что на богатство он может купить себе все свои это, чувственные наслаждения. И он погружается в это. Он становится очень гордым, высокомерным, вот, менее чувствительным. Поэтому Нарада Муни, видя это, он им так и сказал об этом. И вот этот знаменитый стих, который Шрила Прабхупада часто говорит, что человек, который укололся, он никогда не захочет, чтобы кто-то другой, не холодно преданный, а то такой прямо оттуда, как из Гималаев, с Кайласа попадал такой ветер. Ой, тихо стало. И да, Нарада Муни, он сказал, что вот этот знаменитый стих, который Шрила Прабхупада цитирует, что человек, который никогда не кололся, он не может понять, как больно другому человеку, который кололся. Это на самом деле этот стих произносит Нарада Муни, когда беседует с Налаковарой и Манигривой. И поэтому он специально их намеренно захотел поставить в такую ситуацию, в которой они почувствовали бы сильную нужду и понимание, и стали бы более чувствительны к страданиям другим живым существам. То есть свое сознание расширили бы, поняли бы, стали понимать, что такое страдание других, развили бы вот эту чувствительность к тяжелым ситуациям, в которых находятся другие люди. Вот более личностными стали бы, потому что человек, который обладает большим богатством, он становится более безличным. Вот. Он более черствым, менее сострадательным, нечувствительным к другим страданиям, более имперсональным. Поэтому
Нирвишеша Шуньявади, да, вот мы когда произносим эту пранаму Шилрупады, и Шилрупада поехал на Запад, он именно таким образом и говорил, что люди на Западе, из-за того, что они очень богаты, вот, они не настолько чувствительны к страданиям других людей. Бедные люди более чувствительны. И преданные, которые распространяют книги, они знают, что зачастую люди, которые не такие богатые, а даже более бедные, они больше склонны слушать преданного санкиртану и покупают за все, что у них остается часто книги. У них ничего не остается, они покупают за все, что у них есть. Вот. Но в то время как богатый человек, ему жалко, то есть в процентном отношении, вот, он даже дает гораздо иногда меньше, а иногда даже вообще не хочет давать. Я с одним человеком, богатым, известным, не буду говорить кто, но он очень... Удхал, просто. Вот. Я ему подошел со Шримад Бхагаватам и хотел распространить, и дал книгу. Вот. Он говорит, я говорю, пожертвуйте что-то. Он говорит, ну не знаю, у меня как-то русских денег нет. Я подумал, хотел уже сказать, ну давайте доллары. Вот. И он вытащил такую пачку денег. Тогда как раз было, менялись деньги вот с этими большими тысячами. Там были много нулей, а тут стали сотни, новые сотни. У него была такая пачка, что такая огромная, что я вот так вот, как бы так вот. А книга стоила 15 рублей. Уже тогда. И я как бы потянулся вот так и хотел уже вытащить эту 100. И хотел сказать, что 100 достаточно. Вот. И он схватил эту задку и сказал, нет, 100 это круто. И стал... А сзади его была продюсер. И она сказала, стой, это круто, это очень круто. И он стал искать по карманам и нашел там рублей 30. И дал эти 30. Хава сзади стоял и держал свечку. Поэтому он все очень помнит. Вот. Но он дал, да. И... Нет, он не говорил. Нет. Но потом он прочитал и письмо написал. Ну, простите, ну я помню по-другому почему-то. Он просто взял книжку, да, и ну, книгу, песню написал, да. Вот. И... Регулярно приходящее воплощение Господа. Да, да. Простите, Всевышний, он же Будда, он же Кришна. Да. Это на многих людей повлияло. Да. И... Да. И бывает тогда на санкиртне, что вот богатые люди более черствые себя ведут, чем те, кто понимает, что такое страдание, что такое сострадание. И поэтому Нарада, это называется не просто проклятие, а проклятие благословения. Когда великий мудрец, он делает это с определенным умыслом. Поэтому, когда Махараджа Парикшит, он спрашивал, как же Нарада проклял этих Налакувару и Манигриву, это же мудрец, у него был опыт собственный. Общение с мудрецами, у них мягкое сердце. Они всегда прощают. И он там произносит такое слово «тамах». Как невежество могло повлиять на Нараду. Но Шукадева Госвами говорит, что нет, это особое проклятие благословения. Для того, чтобы они исправились. Только для этого он заботится лишь об их благе. Вот. И их благо заключается в том, что он проклял таким образом, что они увидят Верховную Личность Господа. Вот, встретятся. Только благодаря милости такого преданного Кришна, он подумал, ну, мне, в принципе, никакого нет дела до этих вот сыновей Куверы, но так как Нарада попросил, я сделаю это. И я освободил их. И благодаря тому, что 100 небесных лет, он проклял их на то, чтобы 100 небесных лет они находились в телах деревьев, и он сохранил им это сознание, потому что если сознание не сохранилось бы, то... Ну, они стояли бы как деревья и никакого эффекта бы не получили. Но так у них сознание было сохранено по его милости, по его могуществу. Иногда Кришна, он специально делает, то есть он награждает своих преданных таким могуществом, что они могут делать такие чудеса, на которые даже Господь, казалось бы, как будто бы не способен. Он дает им эти полномочия. И Шилрупада говорит, что это нравится Кришне, приводит пример с Господом Рамачандры. Хануман, хотя являлся слугой Господа Рамачандры, смог перепрыгнуть океаны в один прыжок и
добраться до Ланки. Но чтобы Господу Рамачандре добраться до Ланки, он строил долго мост. Поэтому преданным более могущественны. И Кришна дает им эти полномочия, ему нравится. Он любит своих преданных. Да, они все осознавали, и они смотрели эти детские лилы Господа Кришны, когда он находился там. Эта же история произошла в Гокуле. Ну, нет. 100 небесных лет — это значит, что один день — это 6 месяцев здесь. И еще одна ночь — еще 6 месяцев. Это получается, что... Да, то есть это получается, смотрите, значит, 100 лет небесных умножить на... 5 дней, еще 12. Нет, 365 дней — это у нас год получается. Так? Умножаем на 100, да? Подождите, как мы год на 100 умножим? Подождите. Домашние. А, можно? Да. Так, 365 дней. Это один год. Переводим на 100 лет, это 365 дней, да, мы умножаем на 100 эти лет. Получаем в днях, да, эти 100 лет. Подождите. Сейчас, подождите, 100 лет. Сутки небесные, год на земле. Год на земле. Сутки. А вот теперь как считаем? Значит, небесные сутки. В сутках там 360. В году 365 этих суток. 365 надо умножить на 100. На 100. Вот. 365. Почему на 1000? Слушайте, преданные, смотрите, мы все тут гуманитарии собрались. Да, вообще, да. 365 нужно умножить на 6. Нет, там почему? Смотри, Харе Кришна. Хорошо было, нет, надо не посчитать тысячу, потому что 65. Мне просто стало интересно, сколько они видели всего за столько лет. То есть это очень долго. Да, очень это долго вообще. Получается 365 тысяч. Были они до того, как Кришна пришел, или они уже были? Ну, да, они заранее родились, да. Мне кажется, надо 365 поделить на 2 и умножить на 100, потому что там уже полгода. Нет, полный год составляет, то есть полгода — это день. Еще полгода – это ночь. Получается, сутки – это год. И вы смотрите, как получается. Значит, солнце идет по северному полушарию и по южному. Это целый год получается. И да. А еще луна у нас есть, лунный месяц. И вот смотрите, как получается. Сейчас. Подождите. Нет, я не прав. Месяц у нас месяц, а у них там сутки. Месяц, а не год, да? Нет, у них месяц, а у нас 30 лет. Один день, один год здесь. 30 суток, 30 суток. Домашнее задание. Да, давайте это ДЗ напишем. В Инстаграме выкладываем ответы. Ну ладно. Это было очень интересно. Ну так или иначе, да, это было очень тяжело. И не очень, не просто вот находиться в телах деревьев, вот это осознавать. Но такова милость. Они очистились благодаря этому. И... Да, сейчас, подождите. Здесь комментарий. А, ну это же другой стих.
Там где-то Шрила Прабхупада, но сейчас не буду читать, это искать. Там где-то в комментарии Шрила Прабхупада пишет об этом. Да. Просто я сейчас стал вспоминать, что когда Амавасия, это, по-моему, ночь у полубогов. Поэтому я почему-то подумал про месяц. Давайте действительно домашнее задание посмотрим это. Потому что почему-то я вспомнил, что Амавасия является ночью у полубогов. Когда полнолуние, это день у полубогов. В таком случае тогда получается месяц. Но почему-то год, вроде бы, год мне казалось. То есть там разные планеты, и в зависимости от того, чем выше планета, тем вот их день по отношению к Земле увеличивается намного больше. Вот, поэтому жизнь Брахмы, она то есть безгранично больше. То есть в течение одного дня Брахмы приходит 14 ману. А ману это являются одними из тех, кто является также праджапати иногда. Они иногда творят полубогов тоже. Вот. Да, в зависимости от уровня. Есть какие-то общие какие-то правила. Вот. И то есть милость заключается в том, что вот это проклятие, благословение. И на самом деле это действительно так. Есть два вида живых существ в этом мире по сознанию. Одних живых существ называют брахмана, брахман, а других крипана. Вот. И вот в связи с тем, что Нарада Муни он дает такие наставления, он очень интересно, он говорит, что богатство больше всего портит человека. Больше всего портит, затмевает его разум, уводит. И считается, что брахман – это самый щедрый. То есть, когда есть описание брахманов, то говорится, что они очень щедрые. И щедрость заключается, основана исключительно на преданности Кришне. Потому, поэтому считается, что преданные Кришне – самые щедрые. Во-первых, с точки зрения материальной нравственности, то есть он не считает себя этим телом. То есть его тело это не цель его жизни. Его тело это он считает собственностью своего тела, верховную личность Господа. И он отдает свой ум, свою речь, свое тело верховной личности Господа. И такую личность саньяси он принимает этот триданду, который символизирует, что он отдает речь, тело и ум Кришне. И вот четвертая у него еще вот такая палочка. Всего себя посвящает служению Кришне. И это называется брахмана. То есть это щедрая личность. И каким образом он себя ведет? Он добровольно себя ставит в зависимость от верховной личности Господа. Поэтому когда к брахману. А брахман занимает самое высокое положение в варнашраме. Почему? Потому что он учит других, как приблизиться к Кришне. К парабрахману. Верховному источнику и брахмана духовного сияния, источнику и параматмы, вот, источнику всего нашего счастья. Расо вай сахара сам хиваем лабдвананти бхавати. Тот, кто соприкасается с этим источником счастья, сам становится счастливым. Поэтому все почитают брахманов и в течение дня все стараются им что-то жертвовать. Но брахман как себя ведет? Он всегда ставит себя в подчинение верховной личности Господа. К вечеру, говорится, у брахмана никогда ничего не остается. Он никогда не накапливает. Никогда. Все раздает. Вот это качество брахмана. Всем раздает. Он поддерживает всех живых существ. Он жертвует деньги на больнице, другим брахманам. Может быть, поддерживает коров, поддерживает обычных живых существ. То есть он заботится о всех варнах. Поэтому брахмана всегда все любят очень. Настоящего брахмана все очень любят, все очень почитают и все всегда к нему обращаются. Потому что для обычных жителей, скажем, деревни или какого-то города, они видят, что у брахмана есть настоящие качества. Вот. Он не просто теоретик, он не просто говорит, а он реально обладает качеством. Потому что он видит, как он живет. Он берет и все раздает, и зависит от верховной личности Господа. В отличие от брахмана есть крипана, который просто копит эти деньги. Сейчас в Кали-Югу это вот сейчас так происходит. В основном копят деньги, накапливают. Вот, и используют их. Часто воруют, когда ловят какого-то чиновника, у них там столько денег оказывается. Под полом, в стенах, в потолке. Все. Куда столько? Копят. Вот, хранители.
денег. То есть они даже не умеют их наслаждаться, потому что им даже и некуда их вложить. Мы иногда удивляемся, как они покупают такие... Я вот недавно был, ездил в другой город, и я был в одной как-то база, называется загородная база, где там люди отдыхают. И там был, мы спросили, а сколько вот у вас номер стоит? Ну, там обычный дом деревянный, там 6 номеров. Номер стоит 6 000, ну, за ночь, ну, двухместный. Мы сказали, хорошо. А вот эти домики двухместные, они стоят 15 000 за ночь. Я сказал, дороговато. Он говорит, нет, дороговато, вот у нас там дом, он стоит 150 000 за день, за ночь. 150 000. Я говорю, нет, это очень дорого. Он говорит, да нет, у нас недорого. Вот там есть еще одна база, там у них дом стоит 3 дня 1 000 000. Вот. И мы можем подумать, ну зачем так платить-то дорого? Но у людей столько денег, что их надо куда-то вот осваивать их. У них задача освоить эти деньги. Вот. Потому что потом, когда их ловят, ну, да, и не могут сосчитать потом миллиарды эти. Вот. Это называется крипана. Вот. То есть браман живет для других. И все из-за недостатка духовного образования. Поэтому задача преданных сейчас в Кали-югу основная – это распространять это знание. Это основная задача. Кришне свадхама пагате дхарма гьянади псих саха калау нашта дришама ша пуранарка дхнодита. То есть вот эта пурана-арка, она как солнце, пурана – это пурана-арка, она подобна солнцу. И она взошла дхнодита вот, сейчас. Но надо ее распространить. Она-то уже взошла, мы сейчас… читаем, и когда мы читаем эти истории, мы действительно чувствуем, как сердце очищается. Вот когда народу вот эти наставления читать, я вам прочитаю, преданные, вы будете сейчас потрясены. Сейчас. Они так очищают. Сейчас. Извините, я быстро. Нам надо уже скоро заканчивать. Сейчас. Ага. Вот послушайте внимательно. Нарада говорит: богатство затмевает разум человека сильнее, чем любые другие материальные достояния, будь то красивая внешность, знатное происхождение или хорошее образование. Вот 4. Богатство, знатная внешность, красивая внешность, знатное происхождение, хорошее образование. Тот, кто не получил образование и кичится своим богатством, тратит его на вино, женщины, азартные игры. Не владея своими чувствами, кичаясь своим богатством или родовитостью, жестокие негодяи ради поддержания своего бренного тела, которое, по их мнению, никогда не состарится и не умрет, это такая иллюзия. Знаете, когда много денег, хочется жить вечно. Знаете, когда вы сделаете такой домик красивый, мечты, садик, и вы там очутитесь. Я испытывал такие ощущения, когда у некоторых преданных в гостях был. Мне все время хотелось сказать им, преданные, вот в таком месте хочется жить вечно. У преданных особенно это хорошо, потому что у них чисто. Знаете, когда к людям заходишь, вот, которые не вегетарианцы, там вот везде этот жир какой-то, мясо, везде собаки бегают, везде это, ихняя шерсть. Вот. Ну так или иначе. Вот. Вот. А у преданных так чисто, что хочется жить вечно. Ради поддержания своего бренного тела, которое, по их мнению, никогда не состарится и не умрет, безжалостно убивают несчастных животных. Иногда они убивают животных просто, чтобы развлечься на прогулке. Человек может гордиться своим телом, считая себя очень важной персоной, министром, президентом или даже полубогом. Однако, кем бы он ни был при жизни, смотрите, вот это очищает сейчас. Это, сейчас вы послушайте, что он говорит. Иногда мы тоже начинаем завидовать, когда мы это видим. То есть в нас гуны эти входят, когда мы рядом с этим великолепием. Ну, погружает нас. Но смотрите, что он говорит. Вот такой человек может считать себя, но это же временно. И когда мы читаем Бхагаватам, это очищает. Мы понимаем, что эта гуна страсти спадает с нас. Вот желание чувственных наслаждений, вот как цель. И вот что он говорит. Однако, кем бы он ни был при жизни, после смерти его тело превратится в червей, испражнение или пепел. Тот, кто, потакая бременным прихотям этого тела, убивает бедных животных, не знает, что в следующей жизни он будет за это страдать.
Такому грешнику придется отправиться в ад и пожинать плоды своих злодеяний. Кому принадлежит тело, пока оно живет? Давайте разберемся. Народа ему не говорит. Работодателю или душе? Отцу, матери или отцу матери? Знаете, в детстве мы маленькие, мы полностью зависим от своих родителей. И поэтому родители, это самая сладкая любовь в отца ли проявляется, когда дети маленькие, потому что у ребенка даже друзей еще нет. Он только на своих родителей, и они чувствуют, что это ангел. Вот. А ребенок без родителей ему страшно. Вот. Поэтому в этот момент тело принадлежит родителям. А когда иногда он может быть стать и рабом. Вот. И рабовладелец может считать, что разные юги бывают. Было рабовладельство. Вот. Оно принадлежит этому рабовладельцу. Принадлежит ли оно человеку, который забирает его силой? Иногда кого-то забирают так силой. Или рабовладельцу, который его покупает. Или сыновьям, которые его сжигают. Когда тело оставил, сыновья берут это тело и уже делают все с ним хотят. Сжигают. А если тело не сжигают, тогда, может быть, оно принадлежит собакам, которые его съедают. В Индии видно иногда. Я видел такую ситуацию, как собака ест свинью. А, нет. Свинья. Я видел, как свинья ест собаку мертвую. И рядом собака, ее друг, тоже лает на эту свинью. Но та ест и даже внимания не обращает во Вриндаван. Свинья думает, что это ей принадлежит, ее пища. Вот. А мы думаем, что это тело принадлежит мне. Вот. И целью ставим свои чувства наслаждения. Хотя теряем благочестие от этого, теряем связь с Кришной. Вот как это очищает. Представляете, как говорит Нарада, как это сильно, как это красиво. Многие могут претендовать на то, что это тело принадлежит им. Но кому же оно в конце концов принадлежит? Плохо, если человек, не поняв этого, поддерживает тело, творя грехи. В конце концов, тело создается непроявленной природой, а затем разрушается и опять смешивается с ее первоэлементами. Сколько у нас этих тел было? Стало быть, оно принадлежит всем? Кто же, кроме негодяя, будет заявлять, что это тело принадлежит лишь ему и убивать животных просто ради утворения своих прихотей? Только негодяи могут совершать такой грех. То есть Шрила Прабхупада, и здесь вот Нарада, они говорят, что негодяй — это тот человек, у которого нет знания, вот, который не обращается к духовному учителю, который бы дал ему это знание. Это проблема. Это значит, он противопоставляет себя. Поэтому первая ступень к смирению – это не противопоставлять себя. К счастью, к духовному бытию – это не противопоставлять себя, принимать эти наставления. Потому что если человек, ученик, принимает наставления духовного учителя, каким образом они действуют? Невежество спадает, и он начинает видеть этот мир по-настоящему. И как только он видит этот мир по-настоящему, а он видит его таким образом – самсара, давана, лалида, лока, он понимает, здесь круговорот рождения и смерти. Это страшно. Поэтому Кришна говорит, рождение, старость, болезнь, смерть – это зло. Вот Браман это понимает, он это видит. И он поэтому принимает прибежище у Кришны. Он понимает, что это зло. Ему страшно, он не хочет. И вот таким образом развивается вот это сознание Кришны. То есть начинается с того, что мы понимаем, что это зло. И когда мы служим духовному учителю, мы начинаем это понимать, видеть. И что возникает? Возникает ценность сердца. Шинватах развивается. Хочется желать слушать игры Кришны. Развивается благодарность к духовному учителю. Когда развивается вот эта благодарность, привязанность к духовному учителю развивается. Когда развивается эта привязанность, когда мы слушаем духовного учителя, вот все, что он говорит, это становится очень ценно. И оно очень глубоко входит в сердце. И тогда мы можем стать шатхаван, вот, обладающим глубокой верой. Вот. Подтверждение. Это духовный сверчок, подтвердить. Помните, Буратино у него жил такой? Да. И когда он стал сатам, Буратино, у него нос уменьшился. Помните? Вот, он стал правдивым, когда. Развивается благодарность. Благодарность. Иногда бывает так, что мы чувствуем какую-то вот духовную вот эту вот энергию блаженства, иногда не чувствуем. Но если есть в сердце благодарность, то это первая ступенька любви к Богу. Мы будем все время
выполнять свой долг по отношению к духовному учителю, независимо от того, счастливы мы или несчастливы. Это первая ступенька начала развития любви к Богу. Это очень сильная платформа. Вот. Поэтому Дрона и Дхара, они получили благословение от Брамы. После того, как они это попросили, Брама сказал, так и будет. Вот. Вы родитесь, как мама Ишоды и Нанда Махараджа, и любой, кто услышит эти лилы, вот, будет очищать свое сердце таким образом, что он разовьет такую же привязанность, глубочайшую привязанность к Кришне. Вот. И не осталось времени, но я как бы две минутки еще уделю одному моменту. Мы знаем, что Нанды и Ишода, они вечные родители Кришны. Как же так случилось, что вот этот Васу, Нанда, Дрона и его супруга Дхара, они вдруг стали мамой Ишоды и Нанды Махараджи, если у Кришны есть вечные мама Ишоды и Нанды Махараджи? И ответ именно кроется в любви мамы Ишоды и Нанды Махараджи, в их особой любви. Такие личности, как Нанда и Ишода, они из ближайшего круга Кришны, они являются энергией хладини, вот этой внутренней энергии наслаждения Кришны. Это особая татва. И такие преданные, они настолько сильно любят Кришну, что им недостаточно просто вот так вот, вот в этом пространстве любить Кришну. Они начинают распространять себя во все направления. Они распространяют себя на Вайкунтхе, на материальный мир, на Сваргу, и потом они даже на эти средние планеты. И Дрона и Дхара являются экспансиями Ишоды и Нанды Махараджи. Вот. И поэтому, когда Нанда и Ишода изначально приходят, то все эти экспансии, они приходят, соединяются, и они вместе вот, служат Кришне. И таким образом все становится на свои места, мы начинаем понимать, что вот. Дрона и Дхара, они получили действительно это благословение, и они действительно совершали эти аскезы, чтобы Кришна стал их ребенком. Но в то же время и изначальные мама Ишода и Нанда Махарадж, они также пришли с Кришной. Вот. Таким образом, все получают вот эту вот возможность общаться с Кришной.